Всем привет, с вами Максис Гейминг. Бедные мои нервы. Никак я их не могу оставить в покое. Помню, короче, посмотрел прохождение этого уровня у Дольфи, и это просто пипец какой-то не уровень. Но попрактиковав, я понял, что это не так уж и сложно. Еще мне мой товарищ в итоге сказал, что это типа один из самых простых экстримов, в принципе, чтобы пройти. Ну и как мы видим, очень много попыток ушло на практику, не обращать внимания на эти 900 попыток. Все основные попытки, они в копиях находятся. Первая попытка, пожелайте мне удачи, всем пока. Ой, вы поняли. 0%. Так, вот этот кораблик немного бесит, конечно, но он очень простой, как для начала. 2%. Так, что-то я подумал, что он Все, го, просто погнали. Так, тут мы пропадаем, и почему-то я опять умер. Блин, это как кораблик в блудбафе в начале. Вроде кажется сложным, но привыкнув, ты его проходишь каждый раз. Отлично, го. Главное сейчас не флюкнуть с нуля до сотки. Это, как говорится, самое главное. Хорошо. Обалдеть. 33%! Что-то я думал, я пораньше, конечно, умру. Ну ладно, 33% с первого дохода, перехода, вы поняли. Знаете, вот такое ощущение есть, что, короче, я этот уровень так натренировал, что я сейчас просто готов взять вот прям на эту попытку взять его и пройти. Честно. Вот прям готов взять и пройти. Так, ну, первый кубик, он вообще не сложный, честно говоря. Ну, еще начало тут не сложное. А раньше думал, что оно сложное. Надо было просто к нему привыкнуть. 30. Я просто офигела, как рекорды идут. Мне кажется, я за сегодня его пройду. Ага, конечно. Я, кстати, не знаю, он проще или сложнее катаклизма. Я думаю, все-таки он чуточку будет посложнее. Вот, блин, вот непонятное максимальное место. Блин! Да что, ну, блин! Что? У меня вообще сейчас робот не прыгнул. What the fuck is going on? Го! Я, кстати, не волнуюсь вообще. Пятьдесят шесть! Вау! Супер рейнджеры. Блин, лагануло. Блин, я слишком рано на черную сферу нажал и зацепился за блок. Меня придавили. Что, вот этот баг тоже очень бесит. Почему-то у меня паук просто может налететь тупо на шипы, и я не успею нажать. Блин! Да блин, я не успел. Да. Нет, меня подлагнуло. Да блин. Да блин, ну. Да блин, чё. Да ж. Восьмой. Нормально. Да уж. Опять. Как же... Без комментариев просто. Почему меня просят скинуть ДЗ именно тогда, когда вечер, когда я видео записываю? Ну, блин, ну что это за тайминги? Да как... О, вот
вот основной нафиг баг, на котором я не знаю, как его нормально просто научиться проходить. Блин. Вы это сейчас увидели. Го. Да блин, ну, что это за мини-прыжочек, реально? Да блин, ну, три... Да пипец, ну, ему у меня еще будильник на вечер установлен, что за херня? Что? Три раза уже умер, блин. Вот такого фейла у меня точно никогда не было. Ну-ка, мне, кстати, интересно, сколько я играю? Я думаю, 800 попыток я играю. 735. Два часа! Нет! Let's go. Да! Да блин, у меня опять... Действительно, блин. Чебурек. Чебурек не помог. Да, блин. Пожалуйста. Сколько я вот боссу на дресню играю? 3 часа 14 минут своей жизни просрано зря. Короче, про результаты на этот день я... Ёпарсатэн. Я просто максимально недоволен своим результатом на сегодня. 50... Ой, ну короче, типа вот на том тайминге у меня там было примерно x30, и еще на следующем x нафиг 20, наверное. Я не знаю, я, наверное, дропну этот уровень. Если завтра желание появится, это говно босса на поиграть, то может поиграем. На сегодня все хватит нафиг, я с дуба рухну уже. Короче, хочу начать видео вот с такого вот очень смехотворного прогресса, нафиг, 24-100. Причем просто без напряги. Без напряги поставил этот прогресс. Всем здорова, с вами Максис Гейминг. Продолжаем страдать вот на данном демоне. Вчера просто весь вечер играл этот демон, 3,5 часа, нафиг, я не знаю. У меня там вообще жесткое настроение испортилось. Вот. Ну, блин, ну я никогда так много не играл. Потому что мне нафиг не хватало вот настолько времени. Ну, сейчас я немного потренил, как видите, неплохой прогресс, 24-100 поставил. Я надеюсь, новый рекорд хотя бы сегодня поставим. Залагало, сами видели. Пипец, мне написал мой друг, с которым я не общался 2 года, нафиг. Именно во время записи видео. Чё это за фигня? Блин, чё... Блин, слишком как-то высоко отлетел. Пожалуйста. Ура. Я просто... Я думал, сейчас будет флюк. Я думал, сейчас просто будет флюк. Почему у меня сейчас... почему я нажал черный орб, у меня корабль вниз упал? Что это за фигня? Боже, как нафиг! Осталось 3 клика до победы. Осталось 3 клика. Как же... Самая тупая смерть. Можно, блин. Если судить, как я потренировал по копиям, блин. Я каждую вторую попытку должен до дропа доходить спокойно.
тонатофобию. У меня сейчас сердце нахер выпрыгнет. Я прошел тонатофобию. Ёпарасоте. Ой-ой-ой. Ну, что тут сказать, чистый экстрим демон, ну, как бы он простенький очень. Ну, короче, это мой хардос, я это официально заявляю. Погнали считать попытки. У меня их просто дохериллиард, я в этом уверен. Да, ну, страшное число. Ох, ё-моё, 5731 попытка. Ну что же, короче, это была типа гонка между мной и моим коллегой по цеху, если можно так сказать. Ну и я, походу, выиграл гонку. Всем удачи, всем пока.